Филипп и Казьянс, армянские историки, что же вы молчите? По мнению исследователя, армянским историкам пора начать говорить правду о прошлом армянского народа. Господа профессионалы армянской истории, ни один из вас не появился в интернете за последние годы. Может, кто-нибудь не заметил этого, но я заметил. Вы стабильно молчите. Таким мнением поделился украинский историк-исследователь с армянскими корнями Филипп Казьянс. Вы молчите о том, почему вы скрываете от своих братьев-армян документы, которые не скрывает, например, Филипп Вартанович, и которые противоречат почти всему, что вы успели написать об истории армянского народа. Вы упрямо молчите о том, кого называли армянами всего лишь 300 лет назад, хотя это уже ни для кого не секрет. Вы молчите об Иоанне Златоусте, которого до 17 века включительно весь мир считал создателем армянского алфавита. Весь мир, кроме вас. Вы молчите о том, куда подевались факты многовекового угнетания армян персами и турками, которыми вы щедро удобряли свои диссертации. Вы молчите о том, почему древние армянские манускрипты ни разу не оказались в одном помещении с независимыми экспертами. Вы также молчите и о том, где находятся подлинники Моисея Хуренского, и почему мы должны верить в то, что они вообще когда-либо существовали. Вы молчите о том, почему не сохранилось ни одного греко-армянского словаря, при том, что сохранились тысячи переведенных текстов с греческого на армянский. Вы также молчите о том, куда исчезли школы и институты, в которых учились сотни и тысячи древних армянских архитекторов и строителей, не оставивших ни одной квадратной мили между Каспийским, Черным и Средиземным морями без древнеармянской постройки. Уже почти 2 года вы молчите о собственноручной исповеди Исраэла Урии, которую я лично перевел для вас на хорошо знакомый вам русский язык. Вы молчите о непревзойденном гении Байроне, который каким-то чудом выучил древнеармянский язык за 2,5 месяца с интенсивностью обучения 3 занятия в неделю. И за эти же 2,5 месяца написал армяно-английскую грамматику. Вы также молчите о том, почему вы молчите, написал исследователь. По его словам, скоро уже сами армяне начнут задаваться вопросом, а существуете ли вы вообще, профессиональные армянские историки? Так что вам пора на выход, либо на сцену, либо с пляжа.